Ну что, друзья, всем привет, с вами как Снорубзи, добро пожаловать в VC War! Да, ребята, давно не было новых серий, поэтому сегодня я решил приготовить для вас нечто особенное. Вы только посмотрите, у меня сейчас 40 миллионов чипов, чтобы вы понимали, друзья, это примерно 18 тысяч рублей. Но, ребята, вы скажете, для чего тебе столько много чипов? У тебя же в магазине куплено все оружие, пистолеты, пулеметы, снайперки. У меня, ребята, скуплены почти все скины. Камерамена, спикермена, телемена, вантусмена. Да, ребята, боже, почти всех. Но, ребят, вы не знаете, что здесь вышло обновление, от которого я был в шоке. Да, ребята, у нас, во-первых, сейчас есть сундуки. Эти сундуки находятся на картах. А еще, ребят, в игре появился он. Да, ребята, тот самый. Да фак бум, ребята, посмотрите. Но для его покупки нужно 200 уровней, ребята. У него способности телепорт, телекинез и смертельный забег. Ребята, у меня сейчас 139 уровень. И для того, чтобы я получил себе 200 уровень, мне нужно потратить на прокачку, внимание, внимание, 40 миллионов чипов, ребята, я сейчас трачу 40 миллионов чипов. Вы обязательно ставите лайки, подписывайтесь на канал, жмете на колокольчик. Кстати, ссылочка на эту игру есть в описании, но у меня улетает 40 миллионов чипов. И теперь мне интересно, сколько стоит дафакбум? Что? 50 миллионов чипов! У него 900% хп, 900% урона, ребята, 50 миллионов чипов. Сколько же мне придется сейчас задонатить, чтобы у меня появилось 50 миллионов чипов? Вы издеваетесь, божечки, что мне теперь делать? Ладно, придется мне потратить еще 1025 рублей. Я очень сильно надеюсь, что меня не выгонят из дома. У меня теперь здесь 51 миллион чипов. И я сейчас со спокойной душой захожу и покупаю себе дафакбума. Ребята, посмотрим, на что он способен. Потому что это же бог вселенной скибиди туалетов. Он самый сильный. Сильнее титанов, сильнее скибидистов, сильнее всех, ребята. И я покупаю его себе за 50 миллионов. Ребята, у меня появился дафакбум VC варии. Просто в шоке, ребята. Просто офигеть. Давайте прокачаем ему немножечко здоровья. Потратим, скажем так, мой миллиончик чипов, который у меня сейчас завалялся. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Кстати, друзья, по поводу донатов. Во многих мобильных играх, да, почти во всех, у вас донаты сейчас не работают. Но если вы играете в Brawl Stars, Roblox и другие мобильные игры, у меня есть мой сервис для специально донатов Brawl Stars Roblox. Заходите туда, нажимаете купить, выбираете каталог, допустим, Brawl Stars, покупаете гемасики, Brawl пасики, да все что угодно. Вы вводите данные, оплачиваете, и вам донатят все на аккаунт Robzi Shop по ссылочке в описании. Ладно, я продолжаю прокачивать дафакбума. Потрачу сколько? Давайте, смогу я сделать хотя бы 180 уровень атаки? Смотри, 1240%. 1257, подожди, до 200-го дотяну, ребята, 35 тысяч нужно чипов на прокачку одного уровня. Это пипец как много, ребята, у него 190 уровней, 190 уровней. Давайте немножечко потратим сюда, все, у меня чипов больше нету, посмотрим, на что он способен. На что способен, ребята, создатель вселенной скибиди туалетов, самый главный, самый безумный и самый опасный. Далее, окей, больше не показывать. А... Офигеть, ребята, сразу калашик. Что у него за способности, ребята? У него несколько способностей, мне интересно. Так. Пошел. Нифига себе у него урон. Нифига себе у него урон. У него три способности. Давайте посмотрим. У него есть смертельный забег. Что это такое? Нифига себе, смотри. Все скибидисты просто уничтожаются, как только к нему приближаются. Вы что, серьезно? И как часто он может так делать? И как долго? Ему вообще пофигу. Ему просто пофигу. Это что такое? Подожди. Это... Я все... Вы это видели? Что? Это просто нечто. А что это за способность? Подожди. Телепортация. Это способность телепортации. Вы серьезно? Он умеет телепортироваться? Я в шоке. У нас реально есть способность телепортации. Куда побежал?
Оба-оба, ребятушечки, так, и у него и атака огромная, у него и способности просто безумные. Ты чё, паразит, на дафакбума нарвался, ребята? Если... Капец, посмотри, просто... Просто расфигачил всех, смотри, смотри. Перезарядочка пошла. Посмотри, сколько скибидистов на нас нападает. Я никогда столько скибидистов в этом режиме не видел, потому что чем сильнее мы становимся, тем больше скибидистов на нас нападает. Это правило, всегда. Чем ты сильнее, тем больше противодействия. А, офигеть. Мы должны спасти нашего друга. Пошел нафиг, я не знаю. О, оба, опа-опа, собака или кот, скибидист, я не знаю, кто ты там такой. А ну-ка, отвалите. А ну-ка, разошли. Я не знаю, сколько чипов у меня будет в конце этой карточки, но мне, мне кажется, очень много. Очень много. И это у меня только синее оружие, ребята. Я сейчас хочу найти себе какое-то легендарное. Или у меня закончились патрики. Извините, у меня закончились патрики. Берем себе УЗИ. Так, поехали. Даже с УЗИ разваливаем, ребята. Даже с УЗИ можно развалить. Так, аптечка мне, в принципе, не... Так, а ну пошли нафиг. Диджей Кошара. Ребята, мы же можем всех уничтожить. Вы же знаете, что мы сейчас можем сделать? Я нашел ящик, ребята. Смотри, что делаем. Смотри, что делаем, ребята. Гравитация. Поднимаем просто все скибидистов и уничтожаем. О, вы это видели, ребята? Я нашел себе ящичек. Отлично. Так, М4. Меняем себе пушечку. Поехали. Развал кабинетов. Блин, слушайте, как же он сильно колбасит, ребята. Если вы играете в VC-вар, напишите, кто из вас уже смог дофармиться до дофакбума. Подожди, это что такое? Опа, это калашечек. Или подожди, или это М4. Подожди, это М4. Замене патриков нас будет больше. Так, я могу нажать телепортацию, но зачем? Мы сейчас возьмем с вами, нажмем смертельный забег и побежим. Погнали! Давай, нападай на меня просто всей толпой. Давай, пофиг, я вообще не боюсь вас. Капец, мне вообще все, на всех по барабану. Мутанты, не мутанты, скибидисты, пофигисты. Да... О, все, у меня закончился смертельный забег. Я понял, понял, понял. Извините, ребятушки. Извините. Кстати, скоро у меня будет вот эта вот гравитационная скиллушечка появляться. Слушайте, мне нравится. Слушай, скорость атаки какая-то медленная у меня на калашике. Ай-яй-яй-яй, поехали. Полетели, ребятушки. Смотри, просто всех взял и всех уронил. Просто взял. Какая-то эпическая пушка. Скажите, что это калашик. Скажите, что это эпический. Мне бы сейчас пулемет какой-то эпический себе взять. Было бы офи... Подожди, это что такое? Ладно, эпическая эмочка. Поехали. Здесь повышенный урон. Ускоренная перезарядка, ребята. До свидания. Кстати, не всех скибидистов я убиваю с одного удара. Давай, давай, давай. Ну что, М4, видите? Капец, я не знаю, сколько чипов я получу в конце этого раунда, но мне кажется, их будет очень, очень, очень много. Так, подожди. Это что такое? Это УЗИ. Хорошо. Так, давайте, смертельный забег. Я могу поменять пушечку. Давай, давай, смертельный забег. Ускорение. Пошел, 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 пошел. Давай, гаси, гаси скибидистов. Они мне, кстати, немножечко хп все-таки таки сняли, да? Так, а нам нужно вообще в другую сторону, насколько я понимаю. Так, ребята, полетели. Полетели. И всех уронил. Просто всех скибидистов в зоне видимости мы с вами выносим. Не, УЗИ все-таки поинтереснее будет. Слушайте, чем М-ка. М4 вообще такое себе оружие. Мне не очень нравится. Калашик, либо пулемет. Это вообще прям имба. Но УЗИшечка здесь прям решает, ребята, вопросики. Со своей скоростью атаки. Смотри, просто тр-тр-тр-тр-тр. Опа, и всех расколбасили. Так, что здесь за пушки? Ну, синие пушки нам не интересуют. У нас здесь, в принципе, и так хорошо. Так, паразитики. Паразитики, пошли нафиг. Перезарядка. Смотри, там куча скибидистов. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Смотри. Просто развал кабинета. Побежали дальше. Впереди. Кто у нас впереди? Скибидистов вынесли. Так, у меня патрики есть еще. Надо перезарядиться. Давайте перезарядочку забахаем с вами. Патрики перезарядили. Это что такое? Ну, М4 я не хочу. Вот это калаш. Эпический калаш. Мне нужна вот эта штука. Мне надо АК-74. Так, подожди, я не взял себе. Ребятушки, полетели. Полетели, отдыхаем. Не мешайте, не мешайте дофакбуму освобождать своих друзей, понимаете? Опа, у нас еще и хилочка есть. Еще и хилочка здесь у нас, тут как тут. Ну, почти подхилились на фулочку. Давай, 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 давай. Мне кажется, вот эта вот гравитация не работает на боссов. Ну, вот, скорее всего, так и есть. Так, у нас гравитация почти перезарядилась. Их очень много, поэтому включаем сейчас смертельный забег. Посмотри. Опа, босяра. Ребята, босяра уже здесь. Босяра уже здесь. Я знаю, что нам нужно. Нам нужно сейчас срочно отбежать, перезарядиться, отколбасить, нажать гравитационный удар, всех скибидистов вынести в этой локации, заработать за них денег, а потом сразиться с боссом. Правильно? Мы сами так еще сделаем.
Поехали, давай. Видите, на босса не работает. Так, всех я разнес. 24 патрона, думаю, нам хватит на босса. Сейчас развалим. Давай! Давай, нападай, трехголовый! Ну, что такое? Да не, ну-ка, против дофак бума ты вообще ничто. Ничто, жество. Вообще ничего не можешь сделать мне. Так, может быть, красный ящик здесь валяется? Не-не-не, красного ящика нет. То посмотрим, как мы спасем друга, сколько опыта мы получим за это все, за этот раунд. Реально. Сколько? Миллион опыта и... 4 миллиона чипов? Что? 4 миллиона чипов? Серьезно? Я все потратил? Вы прикиньте? У меня все было потрачено. Еще и ящичек, ребята. Еще и ящичек оружейный. Короче, смотрите 6 реклам и открываете потом оружейный ящик. Получаете бустики плюс 5 уровней хп. Либо чипы, либо... О боже мой, сколько всего, посмотри. Я могу сейчас прокачать себе здоровье, чтобы сделать все посильнее. То есть мне 4 миллиона чипа реально хватит прокачать себе довольно-таки много. Я, наверное, сейчас прокачаю себе здоровье на 200%, точнее на 200 уровней. И мне хватит прокачать себе еще... Так, первым делом давайте займемся атакой. Не будем, как говорится, сидеть сложа руки, займемся атакой. Блин, ну дофак бума 900% буста. И здесь у нас еще сверху 1400% бустика. Ну это просто имбище, блин, какой же он офигенный, блин, его улыбка вот эта вот. Я реально стал дофакбум, собственно, персоной превратился в него. Кстати, мне хватит вот этих вот лямов потратить для того, чтобы, ну, 187 уровней здоровья. То есть у нас сейчас реально будет дофигища здоровья. То есть в прошлом раунде у нас здоровье прям очень сильно просаживалось, потому что, ну, мы бы послабее. Теперь у нас с вами плюс 60 уровней здоровья. То есть мы будем намного, намного толще, сильнее, мощнее, ребят. Вот так. Я погнал. Я погнал. Новая карта сейчас, надеюсь. Опа-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 
очень много. Эта карта очень сильно закрытая и... Так, тихо. Тихо-тихо, развал кабинетов пошел. Каких нафиг, а ну разошлись. Разошлись, до свидулики. Что здесь за оружие? Пистолет, не, пистолет не интересует. Пистолет не интересует. Опа, эпическое УЗИ. Вот что мне нужно. Мне нужно сменить эпическое УЗИ. Обойти вот здесь. Так, скибидисты. А ну-ка, все полетели. До свидания. Вы что, обалдели? Вы на кого напали? Вы на кого батон здесь крошите? Так, ребята, давай, эпическое УЗИ. Разошлись. Аккуратно, их очень много. Опа, ящик, ящик, ящик. Хорошо. Еще нашли красный ящик. Я же говорил, что ящики находятся по всей карте. Так, мы почти перезарядили. Кстати, они будут проходить сейчас в узкий проход. Я могу вот здесь всех просто, смотри, расколбасить. Из-за того, что здесь узкий проход, я пробегаю и с своей суперспособностью просто выношу всех скибидистов, даже не касаясь их. Блин, это имбовая тема. Так, нам куда? Нам нужно проскочить где-то вот здесь, мимо вот этих вот каменюк. Так, подожди, здесь тупик. Извините, ребята, извините, разошлись. Разошлись, тупик. Не бей до факбума. Не бей до факбума, не копайся. Пулемет. Все, всем капец. Я, наконец-таки, нашел пулемет. С огромным уроном, с огромной скоростью атаки. Посмотри, просто та-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар. Давай-давай-давай-давай. Так, нам нужно найти меню-карту. Телепортацию. Опа, пистолетик. Сколько их здесь, смотри, сколько. Ой, сколько их сейчас будет. Опачки, вот это мы шарахнули только что. Так, нужно сейчас аккуратненько вот здесь по доске перейти на ту сторону. Я хочу добраться до босса и посмотреть, что там у нас с боссиком. Так, тихонечко. Хорошо, что у меня есть пулеметик. 20 патриков у пулемета. Пока что хватает для того, чтобы работать без перезарядки. Скоро у нас появится телепортация. Так, подожди, включаем с вами бег. Поехали. Бег, который всех уничтожает. Так, подожди. Опа, М4 эпическая. Меняю с вами М4. Это да ладно, это главный скибидист, ребята. Это главный сейчас скибидист был. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай! Смотри, это новый скибидист. Где он, где он, где он? Пошел в баню. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да не-не, против дофакбума вообще не боря. Смотри, он прячется за танком. Да капец, я его разнес, ребята. Я просто ему разнес башню. Он даже меня не смог пол хп снести, ребята. Мы справились. Вот это красавчики. Ну-ка посмотрим. Но в этом раунде я заработал меньше, потому что скибидистов уничтожил меньше. 2 миллиона чипов все равно дофигища и 500 000 опыта. Мы с вами прокачали 33 уровня. Это просто имба. Ребята, надеюсь, вам понравилось. Хотите больше? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, потому что мы с вами, знаете, купили сейчас, конечно же, мы купили дофакбума, но я до сих пор не купил камеру.
Титана и улучшенного Камерамен Титана. Тимен Титана я взял, и улучшенного Тимен Титана я взял, но Камерамен Титана я до сих пор не прикупил. Поэтому у нас с вами есть контентик, лайк, подписка, колокольчик, если хотите. Всем удачи, покедова.